Всем привет! Ваши комментаторы сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Будем надеяться, впереди нас ждет увлекательный футбол. Сегодня футбольный клуб «Краснодар» встречается с ЦСКА. Итак, все готово к началу матча. Еще несколько секунд, и мяч начнет искать путь к воротам. Отличный заход, Георгий. И давай, пока еще есть время, пожелаем удачи обеим командам. Она им сегодня понадобится. Посмотрим на состав Краснодар. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. И смотрим на состав ЦСКА. Классическая расстановка с упором на фланге. Мобильные вингеры обеспечивают высокую скорость игры. Московский ЦСКА в последние годы несколько раз становился чемпионом страны и стабильно участвует в Еврокубке. В общем, ЦСКА очень правильный, серьезный и солидный клуб. И неудивительно, что он является одним из лидеров российского футбола. Игра началась. Краснодар с мячом. Посмотрим, какую тактику выбрали тренеры на этот матч. Жуазини. Алан Дзагоев. Биброснатху. Может получиться интересная атака. Попадает под прессинг. Сергей Петров. Шарль Каборе. Здесь защита справляется, мяч отобран. Мяч в зоне атаки. Шарль Каборе. Маурисио Перейра. Жуазиньо. Жуазиньо! Тут защита справляется, потеря мяча. Алан Дзагоев. Пас на ход, может быть интересно. Момент! Забивай! Защита надежно играет, мяч отобран. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Роман Шишкин. Перейра. Это может быть опасно. В этой атаке оборону пройти не удалось. Головин. Фернандес. Какой опасный был момент! Оставляет мяч. Выручил он свою команду. Маурисио Перейра. Роман Шишкин. Посмотрим за этой атакой. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Какой-то, знаете, между собой. Александр Головин. И в зону атаки мяч переходит.
Головин! Опасный удар! Рядом со штангой мяч проходит. Чуть-чуть поточнее пробей, и был бы точно гол. Маурисио Перейра. Сегодня нам предстоит посмотреть на поединок равных по силе команд. Будет ли это плодотворная на голы игра или, может, сухая ничья? Краснодар и его соперник абсолютно одинаковые шансы имеют на успех, и исход этого матча может быть совершенно непредсказуем. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Габоре. Обратный пас. Очень быстро сыграл. Тащит вперед мяч. Шарль Габоре. Угловой удар. Мяч у Краснодара. А вот и повтор опасного момента. Центр штрафной. Андреас Гранквист. Вряд ли этот удар можно назвать опасным. Действительно, не смог он как следует пробить головой, и получилось, ну, то, что получилось. Александр Головин. На пару решили разыграть эту комбинацию. Алан Загоев. Армейцы атакуют. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Роман Шишкин. Первый тайм завершен. На табло нули. В первом тайме он был едва заметен. Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он мало продуктивен, и у него просто какой-то колоссальный процент брака. Перерыв окончен, и ЦСКА вводит мяч в игру с центра поля. Сергей Игнашевич. Щенник. Алан Загоев. Жозинь. Маурисио Перейра. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Армейцы в атаке. Потерял он мяч, но кому он достанется? Из-за боковой игрок ЦСКА введет мяч в игру. Вася. Сергей Игнашевич. Надхо. Пока неплохо. Несогласованные действия в атаке, и в результате офсайд в момент передачи. Свежий игрок выходит на поле у ЦСКА. Марио Фернандес. Из этой атаки может получить. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Алан Загоев. Блестящее спасение! Замена в составе Краснодара.
Центр штрафной. Загоев! Есть гол! Счет открыт. Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Как же здорово сыграно, а? Очень вкусно, я бы сказал, мяч. Отлично разыграли угловой и классно забили. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Тренер армейцев проводит замену. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Еще один прекрасный пас в его исполнении. Шарль Каборе. Две трети матча сыграно, последние полчаса игры смотрим. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Рикардо Лаборта. Перейра. Мяч в зоне атаки. Он уходит от защитника. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Есть хороший адрес для передачи. Фернандес. Березуцкий. Марио Фернандес. Натхо. Вернблум. И в зону атаки мяч переходит. Момент! Забивай! Нет, 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 нет. Это не гол. Арбитр зафиксировал офсайд. Им позарез нужно забить. Так что эта тактическая замена абсолютно оправдана. Шарль Каборе. Игра остановлена. ЦСКА нарушил правила. Желтая карточка. Ну так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такое всегда карается штрафом. Выбит мяч из штрафной. Вибрас над. Пошли последние 15 минут. Армейцы атакуют. Тут немного силовой борьбы, но мяч он пока сохраняет. Понтус вверх. Момент для удара. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Вот это по-нашему, по-бразильски. Больше ударов красивых и разных. Минуточку. Георгий, а с каких до пор? По-бразильски это по-нашему. Два ноль. Отыграться теперь будет труднее. Юрий Газинский. Тут может что-то получиться. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Лаборда. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. Вряд ли этот удар можно назвать опасным. Действительно, не смог он как следует пробить головой, и получилось, ну, то, что получилось.
Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Армейцы в атаке. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Шарль Каборе. Лаборда. Побежал на угловой вратарь спасать команду. Центр что? Андрес Гранквист. Ну что, ждем, прибежит ли вратарь помогать своей команде. Да, вот он здесь. И прямо в центр. Андрес Гранквист. Этот гол означает, что осталось забить всего один, чтобы спасти эту игру. Времени остается немного, но они постараются. Великолепный мяч. И добавить тут нечего. Выверенная, изумительная подача и прицельный удар головой. Пожалуйста, получите и распишитесь. Счет 2-1. Натхо. Свисток судьи возвещает о завершении матча. Он неплохо сегодня смотрелся. Хороший матч. Отлично сыграл, забил очень важный гол. Думаю, тренер должен быть доволен его действиями. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Алан Загоев. В центр штрафной мяч. Загоев. И в зону атаки мяч переходит. Момент! Забивай! Нет, 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 нет. Это не гол. Арбитр зафиксировал офсайд. Много силовой борьбы, но мяч он пока сохранил. Понтус вверх. Момент для удара. И прямо в центр. Андреас Гранквист.